один твой раз. Твой щупал. Нелик своим талантом выхилил все. Все равно, блин. Не знаю, что. Я без Алекса. НТ Кават. Мана немного от Регени. Танковая. Сак-сак. Что ты монстр почти не собрал? Он топовый для Афорика. Я тоже хочу такую тачку. Биб, покатай меня. Поехали. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. В смысле грубо? Покатай меня, это грубо? Каждый воспитан в меру своей извращенности. Там Библ написал, что он толстая сова. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Чё ты уже Полина спишь? Ага, носом клювая. Я пообещал его матери. Кожаный пояс милишный с профа. Кому нужен? В рейде. Вот это линканул плюс чат. Нет, Кирс, не все время. Знаете, Гурм. Иногда есть люди, которые лезут в чужой разговор. Типа меня сейчас. Даже оружие не поменял, да фу. Алло, и на следующем мне забирать. Спину. Индекс написал. По поводу все время, ты вот, Кирс, тоже думаешь, все время я что-то думаю не то, а ты по факту Господи, даже не знаешь, что я могу знать. Господи, я не понимаю, вы что? Да бесит. Ребятки, да. Скоро спать пойдем, давайте-ка завязывайте. Будет, я тебя передамажил, нахуй. Ну иди в жопу. Я игру свернула, развернула вас уже больше. Что за нытье? Хватит уже. Пошли дальше. Какое нытье, Войт? Ты о чем вообще? Я не знаю, про чего вы все сидите и рассуждаете. Ну так тогда не говори ничего, раз не знаю. Так а какие могут быть ссоры в рейде? Вы что? Вот кончится рейд, и сидите там и ноете дальше. Я не ною, повторюсь. Ну вот. Не обращай внимания, Войт, она спит уже. Она с собой, сама с собой там разговаривает, не обращай внимания. Человек устал просто. Идите лучше вон к чумке. Слышь, Войда, я тебя передамажу. Ты знаешь об этом, нет? Нет.
перекура не было. Ману регень, я спекался обратно в хила. Идите сюда быстрее. Агрит, все, тут бараш. Ты хила острее. Вась. Еще раз что? Стрими, ты еще? А, да, я делал, конечно. Клево? Да, получше, получше. Я вообще ничего не прожала, у меня даже брюлей опять не было. Я развернула игру, развернула, потому что мне написывает человек, у вас уже бой идет. Я расстроилась вообще, просто стояла, если честно. Иди подавайте. Тут пуешка. Каком лучше? Станьте ты под собаку, пожалуйста. Винтовка. Девят. Куда я столько брюлей? Скажи мне. Давай я тебя затащу за гаражи и ограблю. Хочешь? Мне кажется, лучше из них. Когда было ограбление без изнасилования? Скажите мне, пожалуйста. Вы что-то не туда вас понесло. Все слышали? Кого искать, если Библу за гаражами изнасиловал? Кто там предложил? Вас куда-то не туда понесло, ребятки. За гаражами нас понесло, за гаражи. Я имел в виду по башке дать. Не, ну ты ограбить, а кто-то там предложил изнасиловать. Я могу у каждого свои мысли, извините. Вы только там босса не будете сейчас справа еще убили. Ну, у меня только жидовские мысли по поводу колбы. Колба всегда падает. Хотя уже несколько годы не падала. Ну, она, если никому не нужна, я бы мог, если бы вы были. Я ее по-любому заберу. Нет, я рука. Ну ты кого-то в танк, алло. Казум, чего не хватает? Лина просто переиграла. Чего я? Переиграла, говорю. У меня день тяжелый очень. И от лекарств у меня... Я очень спать хочу. У меня как обдолбанная. Можно понять. Чего там не вытащить? Так, в телах можно не стоять. Вариант. Жужжен. Ну ладно.
Не зря я пошел. Ну, хорошо. Хилы, а за неделю, блин, получили стал. Говорю же то, что я свечался, а вы мне не верите. Как вы, вот ты, как вы, хилы, стояли вместе, что вы три получили блевотины? Блин, у тебя уже язык сплетается. Мы стояли, получили, но мы не блевали друг на друга. Уплетается уже, да. Войд, дай лутера, Неликс, пускай осколок заберет. Типа, из рей доливать нельзя, поэтому я не могу уйти. Я пришла, значит, там по-моему, Поля кофе с коньяком перепила. Бой сейчас закончится. Поэтому я жду время 22, и я уйду, ребята, извините. Пойду посплю. Нормально, я тоже устал. Ну, оставайся, как бы... сходи, РБК еще три закрыть. Нет, я отдохну там пару часов, потом буду, скорее всего, проснусь. Это же я. На самом деле жестко, как бы два рейда. Кинь на меня лутера обратно. Да, жестко очень. Я друиду хочу. Очень хочу. А еще когда охота, там вообще пиздец, с рейда на рейд, нахуй, с рейда на рейд, даже времени тут поховать. Это правда тяжело, да. Так вы на четверг готовьте лоточки просто, без надо. Лоточки. В среду готовьте лоточки просто и все, ставьте за монитором. Это после одного рейда сожру, это после второго. Я сегодня уже это сидела в рейде, чипсы ела. А самое там... вредное. Да, я ела чипсы. Там наоборот хуже. Чем ты больше пьешь, ну и ничем, тем ты больше пьешь. А когда ты употребляешь спиртное, там наоборот уже костюм ванит. Какое спиртное, ребят? Вы вообще о чем? Я не знаю. Вас а тоже не там? Туда понесло. Сейчас мы дойдем до комнаты с Нерикс. Если вы думаете, что я пьяная, нет, ребят, я правда искренне говорю, что... Да, обдолбилась. Просто румяная. Видно. Блять, тобой. Пул! Ура. Верни. Главное, не дисплей на автопилоте. Да, могу. Мне тут все время хочется с дисплей, но ничего не мой.
Может, профессора сразу убьем? Зачем пить на нем сотка? Завтра оставим права. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. А, дай сразу же лутера на Алекса. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Крутаните там это. Серёж, куда идем? Как обычно. Моб сверху притяните. Кова, ты как-то странно лежишь. Давай лучше обратно. Лучше, по-моему, не агрится, который на трубе бегает. Кова, ты как-то странно бежишь, бачка. Он мне не понравился. Да. Мысль нестандартна. Ты какой-то не такой, письку трогаешь рукой. Господи, Редвар! Я лутер остаю, заебали, блять, флуди. Моса, у тебя третий спек или второй спек, медведь? Я уже забыл. Блин, не кричи ты. Да я молчу, молчу. Ладно, еще надо бы ебануть. Ну, типа, багровый зал закроете, и, в принципе, все на сегодня. Там Нидок просит дискорд дать, можно, нет? Серёжа. Как хочешь. В смысле, я у тебя спрашиваю, как хочешь? Хочешь, давай. Все равно не в гильдии, он только через 2 месяца будет. Кирс, подойди ко мне, я тебе год дам. По скуке послушать хотел. То есть ты мне дашь четкого ответа, да? Я так понимаю. А тут нечего слушать уже. Да, интересно только, не агрися. Вагон и совет можно будет? Я могу выступить. Здесь много. Сядь, ты сейчас заходишь в рейд вместо меня. Ну, хорошо. И рылку забирай. Ну, нет, только и рылить я не буду. Ты чё? Войд, ставь на себя лутера. Я на замену ушел, все, я уехал. Сейчас я ЕП только начислю за то, что не закрыт. Ой, держись, держись, юб. Какие-то буешки посыпались 200-е до фужи, да? Мага же ушел. А, ну да. И чё вы там? Инки, я воглашаю.
крестик бить первый. Выбыл, ты все там сферу взял. Кирс, ты, кстати, попробовал этот титан? Как тебе? Нет, Нелик, не дам. Сложно сказать. Ну да, надо не один раз попробовать, я понимаю. Блять, Кирс, ты чё сапфир снял, хоть бы сказал. Всё втихаря, всё втихаря. Ещё главное спрашивал, кто-то носит талик? Да, я ношу, взял сапфир снял. Маны нет, Войд, подожди, пожалуйста. Кока нет, по ханту. Не будет. Суммон, суммон, может, пожалуйста? Тихните. Ты чё, багу ушёл, да? Да, вот время уходит. Кто наблюдательный? Моса, ты не замечал случайно этот самый травма? Меньше стало хилить или так же? Лапу можно? Ну что, у меня ощущение, что меньше. Благодарю. Так же. Давайте скорее уже. Параду сейчас рвешь. Нелик сейчас рвешь.
Падает сфера. Вот, отойду на пару минут очень срочно. Слышу? Ну, тебе уже говорили, вот, что зачет на аддон? Ну, а чё? Классно. Аддон тот же самый, просто у него слова другие переделаны. Ну, я это имел в виду. Кават высох, дайте ему хоть игр. Крикни на П.
Чё там воет, услышь? Давай командуй. Крикни Варна АП. О, один а нет. Не забывай на бойсе кричать АП. Крикина понят. Это было неразумное решение. Куда вы, блин? Устаньте, ё... Блин. Там просто на свете с ума стоял. Понял. Она, видимо, уснула. В центр сбегитесь, прием. Ибо. Анкил, назад-то иди. Кирс, вроде КД на Гер. Да, да, КД. А, простите, наверное, ГП уже дали, да? Угу. Да, но я не это. Мне ко мне пришли. Ого, это вообще тупо. А вопрос к Хантам и Кроги. А вы вообще хоть раз на пулили? Нет. Осколок упал. А надо было? Да мне просто интересно. А мой вопрос? Канту? Ко всем, на пульщиков. Не, я на пулю в самом начале. Все, да? Я вообще не на пулю.
Ну там напугал один раз, ну там не на тебе. Че, у тебя проблема будет, да? С игром? Да нет. Просто обычно отрыв намного больше. Нет, я только в начале больше. Блять, кто это нажал нахуй? Рофлите, блять. Дай угадаю, это мудак, блядь, на Фарада, да? Портал ставил туда. Я так понимаю, на сегодня все, да? Не знаю, можно Вальку захилить. Ну, сейчас как скажет. Половина уже смылась. Все, можете быть свободны. Че это когда мы рофлим? Все, ро. Только Фарада, по-моему, один единственный, блядь, ставит портал, хуй знает куда, блядь, и ему, наверное, до сих пор смешно, блядь.